Привет, прогрессивные друзья. Обзор фарша говяжьего Black Angus. Это такая вот ультрамарка этого Мираторга в Брянской области. Как я говорил, в Брянской области возможно загрязнение с Чернобыля. Мясной фарш. Логистическая ценность 360 – это очень плохо для говядины, потому что из-за жира повышается, нафиг не нужна этот калорийность. Говядина и цена тем, что она вкусная, и 200 калорий, около 200 дает. Вот она на сковородке. Как видите, жир вот этот страшный белый, который нафиг не нужен, по-моему, он для организма вредный. На вкус, ну, такая обычная, пресноватая, вкуса нет, говядины пока специи не насыпишь. Стоит, по-моему, от 100 до 150, но если посчитаем даже, давайте, 400 грамм, 100 рублей. Хотя, на самом деле, по-моему, дороже стоит 100 и 100, 800, 250 для говядины. 250, либо если 150, еще дороже, 300 и дороже. То есть цена чисто мяса говядины, но вы получаете не мясо говядины. Как видите, из него грамм 300-200 мяса. То есть, значит, если мы получаем, ладно, да, 200 мяса возьмем, 200 и стоит 100 рублей. Умножаем на 5. Потому что килограмм 200 на 5. 100 на 5 500. Можно просто вырезку купить. Кусочком. Хотя на самом деле, по-моему, он не 100, так получается, как и говядина, там 400-500 рублей можно купить мясо, как они, получается, продают как говядину. На самом деле, по-моему, везде продают 120-150 и дороже, просто куска говядины. Вот такие вот вещи. Из-за жира делаю оценку отвратительно. Если нравится, ешьте вот этот белый жир. Я не понимаю вообще смысла существования этого белого жира в качестве еды. Всем пока.